Біфрен. Спокій за ясної голови. А, кстати, Ир, мы сегодня к Светке. Ты с нами? Мне домой надо. Ну, до завтра. Пока. Олег! Ира! Привет! Привет. Здорово, что вырвался. Да, вот мать косметолога ушла у отца переговоры. Так что я свободен, как ветер! Ой, ты только сказал про ветер, и заколка сломалась. Секунду! Вот. Замерзнешь. Нет! Бежим! Мам, я за курткой. Куда собралась? Погулять еще хочу. А, ну да, конечно. Иди гуляй. Что случилось? Да ничего особенного. Нужно партию заказчице сдать завтра. Сделана только половина. А так, в принципе, все прекрасно. Мам, а это что такое? Случайно пристрочила рукав к спинке. Пришлось распороть. Распороть? Это называется распороть? Мам, ну ты же обещала! Ты думаешь, мне нравится пить? Ну так не пей. А я не могу. Что мне еще делать? Не надоела эта халупа, будь она проклята. У тебя, между прочим, мать инженер-технолог. А не швея, мотористка. Кто виноват, что твой ней закрыли? Нам же нужно на что-то выживать. А я не хочу выживать. Не хочу эту ерунду делать за копейки. Олег! Прости, мне надо дома остаться. До завтра тогда. До завтра. Олег, отец твой нас бросил, и Олег тебя бросит. Нужна ты ему такая. Привет, сын. Привет, ма. Чем занимаешься? Уроки сделал? Сделал. Мне кажется, что ты мало занимаешься учебой. Ты помни, сейчас это самое важное. Олег, ты должен получить хорошее образование. Да, чтобы стать успешным предпринимателем и продолжить бизнес отца. Ма, я знаю. Ладно. Только не расстраивай маму, хорошо? Обещаешь? Обещаю. А днем где ты был? Да нигде я не был, я же сказал, уроки делал. Так, это что такое? Мама. Андрей? Да, моя Ивана, слушаю. Я передумала сегодня ехать на выставку, ты можешь быть свободен. А вот завтра у меня к тебе будет поручение.
Извини, что задержался. Да, мать водителя своего прислала, чтобы он мне из школы забрал. Пришлось скрываться и путать следы. Тебе же теперь достанется, да? Да ерунда. Ты не думай об этом. Мне главное, чтобы у тебя все было хорошо. Извини. Ира. Ира, я... Я заколку твою починил. Заколку? Да. Смотри. Алло, Майя Ивановна. Я не понимаю, как ты можешь быть таким спокойным? А что случилось? Они целовались. Ужас. Да, действительно ужас. Мальчику 17 лет, и он встречается с девочкой. А это не просто девочка. Сережа, Андрей мне все о ней разузнал. Ей 15 лет. У нее нет отца. Мать безработная алкоголичка. Ты понимаешь вообще, что это значит? Наш сын встречается с каким-то маргинальным отребьем 3 месяца. Маечка, ну повстречается он с ней, повзрослеет и женится на хорошей девушке. Потрясающе. Просто потрясающе. Как у тебя все просто. Сейчас они целуются. А что потом? Потом она обязательно забеременеет, они все беременеют. Что тогда? Сергей, ты немедленно должен вмешаться, пока не поздно. Как? А помнишь, ты рассказывал про частный колледж под Лондоном? Па-па-па-па! Видишь? Немедленно открой. Нам нужно поговорить. Открой, кому сказала. Я никуда не поеду. Поедешь, как миленький. Да. Здравствуйте. Позовите Иру, пожалуйста. Ее нет, ушла в магазин. Я сейчас позову отца. Он с тобой разберется. Передайте ей, пожалуйста, что я ее буду ждать на нашем месте в 8. Некогда ей гулять. Ей шить надо. Это очень важно. Меня отправляют за границу надолго. И нам нужно поговорить. Хорошо, передам. Ой, мне никто не звонил? Вроде нет, я тут задремала. Мне на завтра ничего не задали, так что могу помочь с пришитьем. Спасибо, я как раз хотела тебя попросить.
Я пойду прилягу. Угу. Олег, ты далеко собрался? Мам, не начинай. Ты никуда не пойдешь. Мне в школу надо. Не лги мне. Ты думаешь, я не знаю, куда ты бегал вчера вечером? Мам, давай потом поговорим. Нет, Олег, ты сам все испортил. Можно было все сделать по-человечески, но ты выбрал другой вариант. Сегодня вечером ты летишь в Лондон. Мам, я опаздываю. А что ты хотел? Отец уже взял билет. Да это какой-то бред. Да это невозможно, там же визу оформить нужны документы, я не знаю. Да, было очень сложно, но отец постарался. Ты даже не представляешь себе, чего это ему стоило. А виза у нас была еще с прошлого года. Нам ее сделали как членом семьи предпринимателя. У тебя есть 5 часов для того, чтобы собраться. Стой. Даже не вздумай выйти из своей комнаты. Стой! Телефон. Телефон. Он побудет у меня до твоего отъезда. Иришка, привет, как дела? Ир. Ты что такая? Олег, что ли, обидел? Пропал куда-то. Не звонит и второй день школы не встречает. Я сама ему позвонила, но у него мобильник выключен. Поссорились, что ли? Да нет. Наоборот. Что значит наоборот? Ну, он мне в любви признался, и мы поцеловались. И все? Ира, точно все? Да. Понятно. Погулял и бросил. Ну и ладно. Ну, займись школой, подружкам позвони, сходи куда-нибудь. Ир. Так я ему позвоню. Может, он заболел, я себе придумывала всякого. Здрасте. А можно Олега? А кто его спрашивает? Ира. Ира. Олег в Англии. Как в Англии? Поступил в колледж. Разве он тебе не сообщил? Нет. Ну, значит, не посчитал нужным. Да не может такого быть-то. Да вы врете. Передайте ему, что я сейчас приеду и буду стоять у него под окнами, пока он не выйдет. Ира! Ира, вернись! Ира! Ира! Куда ж ты? Врёшь под колёсами!
Я бульон приготовила. Поешь. Ты 2 недели почти ничего не ела. Поешь. Я не хочу. Девочка моя, ну, пожалуйста. Ну, давай, как в детстве. Давай. Ложечку за маму. Молодец. Послушай меня. Пить я уже бросила. Работу обязательно найду. Все будет хорошо. Поверь, пройдет время, и ты даже не вспомнишь о своих страданиях. Понимаешь, первая любовь, даже если она несчастна, это не повод отказываться от всей своей жизни. Все будет хорошо. Молодец. Ир, скажи мне, что можно там долго так делать? Мам, да не переживай ты так. Мишка по-любому поступил. Да, крутая группа поддержки. А где батя? А тебе какое дело? А что ты борзый так? Какой есть. Дэн! Привет! Ну что, ты в списках? А где же еще? Баллов не хватило, но батя уже все порешал. Угу. Идем в клуб? Пойдем. Давайте еще в магазин заедем, мне надо кое-что для соуса купить. Угу, авокадо нужно захватить. Хочешь свой фирменный салат приготовить? Конечно, это же Мишкин любимый, да, Миш? А можно я гостя приглашу? Конечно, можно. Не можно, а нужно вообще. Это же твой праздник. Спасибо. Нравится? Да, бабуля. Спасибо. Подарок огонь просто. Носи на здоровье. Это к тебе. Иди, открой. Степан, здравствуйте. Проходите. Привет. Это тебе. Поздравляю. Офигеть. Самый это настоящий. Это же титановый карабин. Фирменный. И... Так, чтоб всегда помнил о том, что качество в мелочах, не забывал о безопасности и был таким же надежным и крепким. Блин, спасибо огромное, правда. Здравствуйте. Мам, знакомься, это мой тренер Степан. Ирина. Тренер Степан. Ходите, тренер Степан. Спасибо, достаточно. Спасибо, я не пью. Опасная вы женщина. Мишань, мне сок, пожалуйста. Да, бабуль, конечно. Все. Мишань, у меня тост. Я хочу выпить за тебя. Еще вчера ты был обычным школьником, а уже сегодня студент лучшего физико-математического лицея города. Я тобой очень горжусь. Мы все очень гордимся. За тебя. Поздравляю. Спасибо, за тебя. Ура! За тебя, студент. Так, ну что? Пожалуйста. Сладик, вкусный. Спасибо. Да. Спасибо, мам. Сам себе плачь.
А я смотрю, ты не только скалолаз с ним, да? Ты еще оружием увлекаешься. Молодец. Настоящий мужик. Вообще-то это мои книги. Я не это имел в виду, в смысле, ну, вы не мужик, конечно. Просто увлечение, оно как бы не женское, а то, что вы не мужик, это очевидно. Это же не значит, что вы не можете этим увлекаться, правда? Пойду мясо проверю. Вы ешьте, пожалуйста, не стесняйтесь. Салат, еще салат. Да вы не стесняйтесь, ешьте. Ты чего так долго? Мам, тебе не показалось, что Миша меня сватает? Показалось. Как вы не понимаете, мне вообще не до этого сейчас. Мне скоро минут свободной не будет. Ой, вот только не начинай. Давай, иди, Костя. Иди, мама. Я тут сама справлюсь. Но концы не затягиваешь. И потом один из концов проводишь в одну петлю. Так. И во вторую. Вот здесь у тебя карабин. Дальше просто затянул, и он держит. Угу. Можно я попробую? Давай. Так, вот берем. Сейчас делаем восьмерку. Одним концом, одним. Блин, вроде все просто, не получается. Покажите еще раз. Смотри. Так. Делаешь петлю. Степан, а что вы делаете с моим ремнем? С каким ремнем? Вот с этим. Степан такой классный узел показал, мам. Хочешь посмотреть? Вот Степа сейчас покажет. Спасибо, воздержусь. Правда, полезный навык. Если вдруг придется в жизни с чем-нибудь завязать, вот всегда сможете. Извините, по работе. Да. Так напомните им про неустойку. К 13 числу. Да. Извините. У мамы просто открытие второго бутика. Так, может, отпразднуем? Подайте сок, пожалуйста. Спасибо. Татьяна Владимировна, ждем вас. Мама не пьет. Да. Вот наше основное блюдо. Угощайтесь. Спасибо за вечер. Спасибо за приглашение. Вам спасибо огромное, что пришли и поздравили. Приятно было познакомиться. Взаимно. До свидания. До встречи. До свидания. Миша, не надо так делать. Мам, если ты из-за ремня, то... При чем здесь ремень? Ну что при чем? У тебя постоянно что-то не так, мам. Ну, Степан, ну он же классный. Ну, он столько всего знает, умеет, всегда поддержит. И вообще, он у нас лучший тренер. Я очень рада, что тебе повезло с тренером. Просто не надо меня ни с кем знакомить. Договорились? Договорились. Нам же и втроем неплохо, Миш. Голеностоп, хорошо разомни. Что это вчера вечером было за приглашение? А как вам моя мама? Хорошая мама. Только я ей, похоже, не очень. Да ладно, ну, она знаете, как у вас весь вечер говорила? Ну, правда. Не знаю, сводник. Ты собираешься в соревнованиях участвовать? Собираюсь. Ну, идем, синюю трассу пройдешь. Ногами лезь! Руками только держись! Давай, заканчивай. Миша, заканчивай! Миша, оттяжку отпусти, руку на зацеп!
Фиксируй! Руку на зацеп! Ты технику безопасности знаешь? Знаю. А чего тогда за оттяжки хватаешься? Так инстинкт самосохранения сработал. Инстинкт самосохранения. Испугался просто. Ты сорвался не потому, что мышцы не выдержали, а потому, что мозг не верит в то, что люди могут лазить по потолку. Слушай, ну он очень был красивый. Да. Зеленый прям отлично. Ну, мне очень понравилось. Да, я тоже обратила внимание. Девочки, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Скучаем? Нет, что вы. Две клиентки уже были. Одно платье отложили. Здорово. Доброе утро, Людмила. Ой, доброе утро, Ирочка. Что нам скажет бухгалтерия? Ну, в прошлый месяц я закрыла, но продажи-то не растут. Вырастут, куда они денутся. Откроем вторую точку, а там совершенно другой сегмент покупателей. А что с поставкой нашей из Италии? Платеж я провела. Вся партия уже на растаможке. Ага, хочу открыться на следующей неделе. Как думаете, успеем? С таможней проблем быть не должно. Но вот с помещением пока не ясно. Договор аренды с торговым центром так и не прислали. Выясню. Как раз собиралась туда ехать. Здравствуйте. А что здесь происходит? Я договорилась об аренде этого помещения. Не знаю. У начальства спрашиваете. А где начальство? Не знаю. Классно. Алло? Алло, Галина Алексеевна? Да. Это Ирина Петрова. У меня бутик на первом этаже. Угу. Я пришла, а тут рабочие. Алмазный рай какой-то. Разберите, пожалуйста. А вас не предупредили? Ваш магазин решили перенести на второй этаж в конец третьей линии. В смысле? Мы же договорились. Извините, все вопросы к директору – это его решение. Отлично. Директора сегодня нет на месте. Хорошо, я подожду. А он сегодня, скорее всего, не появится. А когда он появится? Ну, даже не знаю. Он редко бывает в офисе. Ну, так как мне с ним связаться? Звоните, узнавайте. Классно. Всего хорошего. Ира, может, ты уже выбросишь эту рухлядь? Как-никак два бутика открыла. Может, пора уже найти что-то более прогрессивное? Не слушай, ее мама шутит. Столько лет мне веры и правды прослужила. Я же на ней шить научилась. У тебя что-то случилось? Нет, ничего. Ну, просто когда что-то случается, ты всегда на ней строчишь. Да просто шить люблю. Что-то с магазином? Кое-какие проблемы с помещением, но ничего, разберусь. Смотри, это тебе. К понедельнику будет готово. Мне? Да. Обалдеть. Слушай, с ума сойти. Ай, девчонки обзавидуются. Да. Я пошла мерить. Давай. Да? Да. Здравствуйте, извините, а вы не подскажете, где у вас расписание висит? Вот там, слева, по коридору. Спасибо. Пожалуйста. В общем, сделайте постоянно. Привет. Прости, а ты не знаешь, где у нас первая пара? Привет. Ну, написано в 17-й. А где она? Мне сказали, где-то там. Пойдем поищем. Пойдем. Первый день и сразу 5 пар. Ты что вообще такое? Это жесть полная просто. Какие люди в Голливуде. Подожди, а где мамуля с бабулей? Ты что, тебя самого упустили? Удивлен. Знаешь, я тоже. А что ты здесь вообще забыл? Ну, это же как бы лицей, не клубешник. Здесь думать надо. А у тебя, смотрю, с этим плохо. Что ты сказал? Ты плохо слышишь? Нет, я слышу хорошо.
А теперь ты меня послушай. И думать о ней забудь, понял? Тебя забыл спросить, о ком мне думать. Ладно. Прохладно. Дэн, что ты делаешь? Дэн! Ребята! Ир, здравствуйте. Здравствуйте. Я тут был неподалеку, решил заехать вот узнать, как у Миши рука не была ли отек. Да все хорошо, спасибо. Тогда передайте ему, чтобы пользовался мазями и не забывал делать йодные сетки. Передам Степану. До свидания. Ира, вы простите меня за тот вечер. Ну, как-то неловко вышло, и я вас, наверное, расстроил, да? Да нет, ну что, все в порядке, правда. Я сама была уставшая, на работе проблем. Да нет, мне правда не стоило приходить. Ну что вы, Миш мне все уже прожужжал, какой у него прекрасный тренер. Поэтому мне правда было очень приятно с вами познакомиться. Правда? Да. Может, тогда продолжим знакомство? Что вы делаете завтра вечером? Я занята. До свидания. Привет. Привет. А ты почему одна? Я видела, ты со Степаном разговаривала. Мам. Что, мам? Степан настоящий мужчина. Ты должна к нему присмотреться. Уже присмотрелась. Я так понимаю, ты всю жизнь решила жить одна. Ну, чего ж одна? У меня есть ты и Мишка. Кстати, как у него прошел первый день? Замечательно. Иди посмотри на его лицо. Миш, господи, что случилось? Ничего не случилось. Ты подрался? Какая разница? Большая. Это не подворотня, а престижное учебное заведение. Послушай, мам, я сам разберусь, ясно? Как его фамилия? Ты скажи, я завтра схожу, с ним поговорю, хорошо? Я тебе сказала, я сам решу, мам. Миша. Займись собой, хорошо? Хорошо. Здравствуйте, я надеюсь, договаривалась к директору. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Доброе утро. Присаживайтесь, пожалуйста. Знаете, я подробно изучил ваш договор. И дело в том, что там ничего не прописано про конкретное место, но... Но была, да, устная договоренность. Вы на самом деле не переживайте. Я готов сделать скидку за перенос бутика. Поверьте, это прекрасное место. Там эскалатор, выход с парковки, будет полно посетителей. Вы мне еще спасибо скажете. Вот, вот договорчик, пожалуйста. От тебя в Англии так не очень дела вести. Обалдеть. Ирка, поверить не могу. Вот дела. Как мама? Хорошо. Работает. Как твои? Да мои тоже нормально. Не, ну в смысле, отец умер 17 лет назад от инсульта, а мам ничего, да, хорошо. Женат? Ой, да это 100 лет назад уже, конечно. И вообще, честно говоря, совершенно не важно. Слушай, ну обалдеть, я, конечно, я даже не знаю, что сказать. Слушай, а чем ты занимаешься? Господи, зачем я спрашиваю вообще? Ясно же, все понятно. Голова куда-то уехала. Ира,
Черт, целая жизнь прошла. 20 лет, обалдеть, а? Мост помнишь наш? Алло, Людмила, освяжите, пожалуйста, с руководством ТЦ. Мы отказываемся от помещения. Черт, не надо никуда звонить. Черт. Привет. Есть будешь? Не, обедал. Привет, пап. Привет, дочь. Может, спросишь, как у нее дела в лице? Как у тебя дела в лице? Нормально. Молодец. Милый. Нашла чудесный отельчик на Бали. Давай съездим туда, когда Юльке каникулы будут. М? Съездим. Кто-то в дверь звонит или не послышался? Угу. Папу позвала. Привет. Слава Богу. Привет. Не успел соскучиться. А где мама? Ты же хочешь быть акционером компании? Хватит директора ходить. Отличное мясо. У Гули баранина всегда удается. Ма, как тебе? Хорошо. Нравится. Красиво. Диан, а ты могла бы такое же сварганить? Ты же знаешь, я не по этой части. А ты учись. Может, скоро самой готовить придется. Я тут просматривал аналитический отчет по нашей сети. За последний квартал. Знаешь, что я понял? Твой муж не только акции не получит. Он кресла директора недостоин. Что, собираешься Олега уволить? Правду сказать хотел. Но из-за тебя и Юльки передумал. Теперь будет администратором. Тоже хорошая работа. Правда, денег, боюсь, на прислугу не хватит. Отлично. Вот сейчас хорошо, все правильно сделал. Интуитивно стреляй, не думай, давай. Дай. Да, мам. Олег, нам надо срочно поговорить. Господи, ну что, прямо сейчас? Да, немедленно приезжай. Ой, ладно. Хорошо, еду. Мам, я тебя очень прошу, ну прекращай вот так вот звонить, как будто что-то у тебя случилось. А можно подумать, не случилось. Олег, прошу тебя в сотый раз, уделяй больше внимания работе. Спасибо, мам. Слушай, а к чему вообще вот этот сейчас разговор интересный, увлекательный? Я сам разберусь, чему мне больше времени уделять. Пожалуйста. Сам разберусь. Что ты можешь сам? Бизнес отца сам не смог удержать, это да. А сам даже жену себе выбрать не мог. Иди ко мне, Юль. Иди, солнышко, моя счастье, моя любимая. Спасибо, что напомнила. А то я уже забывать начал. А кто тебя свел с дочкой Торопова? И что бы ты сейчас делал без нее?
А мой золотой? Что бы он сейчас сделал без нее? Вот это нам интересно. Да? Алло, Вер, привет. Это я. Олег. Как ты узнал мой номер? Договор аренды. Слушай, прости, что отрываю, буквально на минутку. Олег, давай рабочие вопросы решать в рабочее время, хорошо? Да я как раз не по работе. Давай увидимся. Алло. Олег, не надо мне названивать, это ничего не решит. Ирина Владимировна? Вы мне оставили свою визитку на парковке. Простите, это ваша машина я задела, да? Ну да. Вартан Арсенович. Давайте я, не знаю, вам денежку переведу. Денежку? Давайте завтра днем встретимся и обсудим все лично. Да, конечно. Понял, да? Угу. Да, Манский. Олег Сергеевич. Здрасте. Ну, просто маленькая форс-мажорная ситуация, и вам надо будет переехать. Ну, совершенно недалеко. Я вам предлагаю отличное место. Б-25. Не пожалеете. Шутите? Нет. Я, в конце концов, не с улицы пришел. Мне сам Торопов пообещал лучшее место. Да-да, вы правы. Просто ситуация изменилась. Да. Понимаю. Спасибо. Я хотел выпить за вас, но не могу. Пожалуйста. Дал зарок. 5 лет уже. Ни капли. Но сказать тост мне это не помешает. Верно? Пожалуйста. Для меня честь быть в вашей компании. Ведь вы могли просто уехать с той парковки. Но вы оставили номер своего телефона. Потому что красивый человек. Красив во всем. Вартан Арсенович. Арсенович, к чему вы клоните? Ирина Владимировна, вы не поняли. У меня жена. Дети, деньги. Мне от вас ничего не нужно. Я просто хочу угостить обедом такого красивого во всех отношениях человека. Вы мне это позволите сделать? Извините. Да, Олег. Мы должны встретиться. Не перебивай. Это по делу насчет магазина. Жду тебя в торговом центре. Хорошо, еду. Вартан Александрович, мне надо бежать. Рад был познакомиться. Взаимно. Если что-то нужно, обращайтесь. Всегда рад помочь. Спасибо. Ирина Владимировна, а деньги? Ну, собственно, вот. Значит, через 3 дня это твой бутик. А это сниму до завтра. Ну да, по-дурацки получилось. Ты первая обратилась, но владелец алмазного рая, друг моего свекра, ну, в общем, такое. Не мог ему отказать, но теперь все улажено. Ну, спасибо тебе, Олег. Буду готовиться к открытию. До свидания. Ир, подожди, пожалуйста. Слушай. У меня вопрос. Тогда, 20 лет назад, когда меня в Англию отправляли, почему ты не пришла? Куда не пришла? На наше место. Я звонил твоей маме, и тебя не было дома. Олег, она не передала?
А я, дурак, обиделся. Думал, ты не захочешь меня из Англии дождаться. Глупо вышло. Ничего не изменилось. Я как любил, так люблю тебя. Правда. Фух, ну пекло здесь, конечно. Кондиционер еще не поставили, хоть бы какой-то вентилятор. В Египет можно не ехать. Не, заяц, я тебя в Египет обязательно свожу. Евгений Леонидович, к вам Диана Евгеньевна. Да. Проходите. Здравствуй, здравствуй. Что это ты решила отца навестить? Здравствуй, пап. Мне нужно с тобой серьезно поговорить. Что-то будешь? Чай, кофе? Кофе. А ты что, так быстро? А в столовке очереди не было. А. Ты обедать идешь? А, да я думаю, может, пиццу заказать? Пиццу? Да, это мысль. И я пару кусочков возьму. А то от этой столовки одна изжога. Слушай, у тебя же там скидка была, да? Можешь заказать, а я тебе потом деньги на карту кину? Да, не вопрос. Спасибо. Алло, да, девушка, здравствуйте. Хочу пиццу заказать. А какая там, что, вот мясо? Юлька после твоего выступления сама не своя. Согласен, перегнул. Хочешь, чтобы я с ней поговорил? Оставь лучше Олегу его должность. Ну, дай ему еще один шанс. Он справится, я обещаю. Динуль, если ты из-за денег, то расслабься. Ну, не будешь ты готовить, пошутил. Да не из-за денег я. Из-за чего тогда? Ну, из-за Олега. Ну, зачем тебе этот неудачник? Ну, давай найдем тебе нормального мужика. Пап, я хочу сохранить семью. Хорошо. Дам ему еще один шанс. Ну, смотри, чтоб вкалывал за троих. Поняла? Пап, спасибо. Я тебя люблю. И я тебя. Да? Прошел час, а я уже соскучился. Олег, пожалуйста, не говори так. Ир, давай поужинаем. Пошли, пошли, пошли. Подождите, мы идем в зал или в Дэн, я, скорее всего, не смогу. Да ладно тебе, давай сходим. У них единственный концерт. Какая жалость. Да ты задрал. Чего ты все время до Петрова докапываешься, а? Тебе вообще заняться нечем. А что ты его вдруг защищаешь? Ничего я не защищаю. И перед занятиями вы перешептывались. Интересно, о чем? Я не обязана оправдываться, с кем и о чем я говорю. Ты пока что моя девушка. Но я не твоя собственность. Так что, не расскажешь? Миш! Ты домой? Да. А ты на маршрутке? Да, ну, пешком через парк, наверное, прогуляюсь. Я с тобой. Ну ладно, пойдем. Давай помогу.
есть только скала и ты. И что, не страшно? Ну, поначалу безумно страшно, вот особенно когда смотришь вниз и не понимаешь, как вообще очутился так высоко. Подожди, я думала, что скалолазы там со всякими крючьями и веревками лезут, разве нет? Юль, это альпинисты. А скалолазы могут с помощью пальцев рук и ног подняться на любую высоту. Да ладно. Не веришь? Сейчас покажу. Миш! Миш, ну подожди, у тебя еще рука не прошла! Куда смотрел? Как можно было так лохануться? Братан Арсенович. Как называется наша сеть? Алмазный рай. Да, на второй этаж. Это что? Туалет. Ты расскажи, давайте. Почему ты принял такое решение? Я тебя послушаю, может, пойму. Просто я провел маркетинговое исследование. У этого места есть ряд преимуществ. Смотрите, оно расположено в удобном месте. Кроме прочего, здесь поток платежеспособного спроса выше среднего на 51%. Вот посмотрите. Преимущество, говоришь? Да. Миш, что ты делаешь? Спускайся быстрее. Юль, беги домой. Миш, я не пойду. Я говорю, быстро домой. Я сам залез, сам разберусь. Иди давай. Эй, Бэтмен, а ну слезай оттуда. Подписывай. Ну, если я подпишу, вы меня отпустите? Подписывай. Телефон родителей давай. Ну, зачем он вам нужен? Грамоту хочу вручить за хорошее воспитание. Ты, а куда ты собралась такая красивая? Не на свидание ли? Мам, ну какое свидание? А что у нас глазки так горят? Аллергия, наверное. Аллергия часом не Степан зовут. Ты, ну, не хочешь говорить, не говори, но мне кажется, что свидание со Степаном это то, что тебе нужно. Мам, все, я убежала. Целую. Давай. Ты надолго? Гена, спускайся. Мои ушли. Давай. Согласно статье Административного кодекса, действия вашего сына могли быть квалифицированы как мелкое хулиганство. Но учитывая тот факт, что он поднимался по стене жилого дома, то это уже не административный, а уголовный кодекс. А там наказание посерьезнее. Ну, насколько я понимаю, он не собирался проникать в жилое помещение? Не собирался, конечно. Собирался, не собирался, суд будет решать. Да какой суд? Ну вы что? Правда, я просто хотел показать, как с помощью пальцев рук и ног можно подняться. Я занимаюсь скалолазанием. Ну послушайте, парень просто решил выпендриться перед девушкой, вы же понимаете. А вы знаете, что у нас за последний месяц зафиксировано несколько ограблений с проникновением через балкон? Да какое проникновение? Ну, правда, просто я не хотел. Я вам очень благодарен за проявляемую бдительность и за то, что следите за тем, чтобы вот такие вот оболтусы по стенам не лазили. Позвольте, я с ним дома поговорю. По-мужски поговорю. И обещаю, что такое больше не повторится. Ладно. На первый раз прощаю. Но убедительно вас прошу. Проведите воспитательную беседу с этим... Шалопаем.
Распустились совсем? Обязательно. Степан Николаевич, извините, а паспорт? А зачем вам мой паспорт? Ну как же? Зарегистрировать? Иначе я не смогу отпустить с вами вашего сына. Не желаете что-нибудь еще заказать? Нет, спасибо. Человека дождусь. Да, конечно. Добрый день, Степан. Добрый. Я по поводу Миши. Только пообещайте, пожалуйста, не нервничать. Так, я уже нервничаю. Что с ним? А с ним все в порядке, только вам нужно подъехать в 17-й отдел полиции. Так, еду. Что вообще происходит? Начал лицей, пожалуйста, теперь вот это. Ничего не происходит. Ты же разбиться мог. Ну не разбился же. А что дальше от тебя ждать? Кражи со взломом? Да, жди кражи со взломом и готовься сушить сухари. Все, пока, мам. Спасибо. Миша отличный парень. Да знаю. Просто перенервничал. У него сейчас сложный период. Он же не просто так туда полез. Да, алло. Олег, привет. Ты можешь приехать? С Юлей что-то творится. Что случилось? Да заперлась в комнате и не выходит. Я ее спрашиваю, что случилось. Она молчит. Ладно, еду. Ну что? Не открывает. Тоже мне придумал. Ей давно не 10 лет. Хорош собак. Пустите собаку переночевать. Пустите собаку. Нет. Держи. Ну, что такая кислая? Давай, выкладывай. Один мальчик полез по стене на дом. Зачем? Похвастаться хотел. Папа, он скалолаз. А я вместо того, чтобы с ним остаться, убежала. Что делала? Сам сказал. Ну, так в чем же дело? Раз он сам сказал, ты все правильно сделала. Парень сказал, ты побежала. Мужчина должен отвечать за свои поступки. Ну, так а что теперь будет? Я думаю, ничего не будет. Все будет хорошо. Сейчас прости. Совершенно точно все будет хорошо. Позвони ему просто. Пап, только маме не говори. Ты что, могил? Конечно. Кто? У меня для вас хорошая новость. Неужели? Угу. Папу оставляю директором компании. Ура! Ура! Что сказал, после занятий сразу домой? Угу. Его самого эта история с полицией напугала. Не переживай, это так. Просто наш Миша влюбился. Мне кажется, что дело совершенно в другом. Просто отец нужен. Настоящий мужчина. Который совет даст вовремя. Ну и шлепнет, когда надо. Ну, такой настоящий. Как этот тренер его, Степан. Мне, кстати, очень понравился. Ладно, мам, я на работу. Приятного. Спасибо. Опа. Что там? Слышали? Он знакомый. Только что прислал. Боярд продает 908 года. Ты же вроде мечтал о таком? Ух ты. Ничего себе, какая красота.
Да, это тот самый. Черт, слушай. Знаешь, как всегда, денег нет. Ты же вроде сказал, что тебя не понизили. Да не понизили. Ведь не понизили. Абакумову пришлось денег дать. Абакумову? Что, директор ювелирки? Да, ювелирки. Дианик что-то купил? Так какой Дианик? Дианик, боюсь, уже вообще ничего не куплю. Что ты меня сейчас запутал? Я сам запутался, Ведь. Ай, смеяться будешь. Первую любовь встретила и... Что-то закрутилось. Что, все серьезно-то? Да я откуда знаю, серьезно, несерьезно. Время покажет. Давай стрелять. Давай еще раз. Давай. Упреждение больше делай. Хорошо. Дай. Как по мне, старик, нужно делать то, что хочется, чтобы потом всю жизнь не жалеть. Ага. А может, ты и прав, Федь. Скажи еще раз, Боярд. Красавчик. А знаешь что, я его, пожалуй, возьму. Угу. А вот это правильно. Да? Я тогда вас на выходные сведу. Сведи. Держи, мечты сбываются. Ир, я тут строчку у нас в расходах видела. Паттерны. Это что вообще такое? Простая ткань с картинками? Угу. Их что, да Винчи рисовал? Людмила, не преувеличивайте. А еще... Дизайнерская подсветка, торговое оборудование из массива. Вы меня, конечно, простите, но я не понимаю, как можно было пустить все свободные средства на обустройство? Нам досталось лучшее место в городе, мы должны соответствовать. Здрасте. Ну что, красиво все. Красиво, да. Покупателям, уверен, понравится. Спасибо. А что-то не пришла вчера? Ну, не могла. Ну, сегодня? А сегодня у меня в офис надо. Так я тебя заберу из офиса. Слушай, все смотрят. Ну все, ладно, не буду больше. Иди давай. Да, вот. Да. Иди. Так. Ай, молодцы какие. Хороший кадр. Но главное, нет информационного развития, нет толкового менеджмента. У меня складывается впечатление, что наш управляющий директор думает, будто все само собой образуется. А все-таки Терраплаза – это не фермерский рынок. Я согласен с Валентиной Сергеевной. Я тоже недоволен работой Доманского. Пояснить. Но так за примерами далеко ходить не надо. Взять хотя бы наш торговый центр на юго-западный. Доманский ведь там так и не решил проблему разгрузки-погрузки в приемно-товарной зоне. Фуры неделями стоят в очередях. Жители соседних микрорайонов жалуются. Разберемся. Нам город вынес предупреждение. А Доманский так ничего и не решил. Или вот еще. Мы торговый центр в Южном округе когда открыли? Месяц назад. А 20% площадей так еще не сданы в аренду. Сколько мы еще должны терпеть убытки? Так, значит, если по работе Доманского все... Я вас услышу. Евгений Леонидович, посмотрите, пожалуйста, отчет. Разберемся. И... Кать, я же просил сегодня меня не беспокоить. Извините, Олег Сергеевич, вам Абакумов звонил. Я ему сказала, что у вас важная встреча, что все завтра, но он вас на мобильный собрался набрать. Спасибо, что предупредил. О, привет. Привет. Держи. Олег, спасибо. Я хотела с тобой поговорить. Наш поцелуй был ошибкой. Импульс, которому мы не должны были поддаваться. Но у нас есть шанс поступить разумно. Это как? Держать дистанцию. Раз нам придется вместе работать. Ир, я не смогу. Ты должен.
проявить уважение ко мне и своей жене. Все, что я хотела сказать. Слушай, а поехали в одно хорошее место? Нет. Не переживай. Место отличное, я тебе обещаю. Это ненадолго, буквально на часок. Я тебя очень прошу. Поехали. Это буквально вот даже 45 минут. Помнишь это место? Помнишь, что мы пообещали друг другу? Олег, да. Мы пообещали вечно друг друга любить. А ты знаешь, я сдержал обещание. Не-не, я понимаю. Да, я 16 лет назад женился на Диане. Ты знаешь, она очень хороший человек. И дочка у нас очень хорошая. Только любви не случилось. Вообще никакой. А я тоже держала клятву. А твой сын? Я взяла Мишу из детдома. Подожди, а... Я думал, я уехал, ты замуж ушла. Не была я замужем. Ты знаешь, ты когда в Англию уехала, я думала, я с ума сойду. Сначала злилась, потом решила доказать себе и всему миру, что я тоже чего-то стою. Увлеклась дизайном, бизнес свой открыла. И все, чтобы ты узнал, какой я стала. Даже оружием твоим увлеклась. Ир, я ухожу от жены. Надоело что-то изображать. Да и дочка уже большая, надеюсь, поймет. Смотри на меня. Просто смысл появился, понимаешь? Жить по-настоящему. Ничего не изображаю. Хочешь, я тебе торговый центр куплю? А что, я могу? Мам! Ау! Мам, у меня опять сломался комп, а завтра презентацию сдавать. Ну, возьми папин. Хорошо. Ты где? О, все нормально? Да, конечно. Да чтобы папа посмотрел, что у тебя с ноутом. Хорошо. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Залиште повідомлення або зателефонуйте пізніше. А я когда из Англии вернулся, еще полгода на английском думал. Главное было, конечно, грамотье. Столько все там себе надумал. Потом к концу на ферму устроился, сюда хорошо начиналось. И раз, внезапно умирает. Ну, акционеры. Акционеры быстро все к рукам прибрали и все закончилось. И что ты? Ну, а чё, я, мне 20 лет было, что я мог? Господи, красотища-то какая. Да. Давай за город рванем прямо сейчас. Олег. А помнишь, как мы с тобой на море хотели поехать? Ну, как такое забыть? Я придумал гениальный план для твоей мамы, чтобы она отпустила тебя с таким взрослым парнем, как я. Я и понимаю. Я бы тоже тебя с собой не отпустил бы никуда.
Да, ты был очень романтичный. И красивый. Божечки. Выбрали бойный аргумент для тещи. За это ты меня полюбила, да? Ну, слава богу, разобрались. Сколько время? Господи. Чего? Сейчас я маме напишу сообщение. Подожди. Да ладно тебе. Олег! Ну, отдай. Что писать? Олег. Ключи, что ли, забыла? Степан, здравствуйте. Проходите. Здравствуйте, Татьяна Владимировна. Здравствуйте. Здесь вот Миша свои вещи забыл на тренировке, да. Мы закрываемся на профилактику. А Миша в лицее. Передайте ему тогда, пожалуйста. Да, конечно. Красивое платье. Да? Это и расшила. Вам очень идет. Спасибо. Ну, я пойду тогда, хорошо? Хорошо. До свидания. До свидания. Вы заходите к нам. Проблемы? У папы. Ну, лучше отец с проблемами, чем вообще без отца. Ты прав. Ну, ты, если что, свисти, ты же знаешь, у меня теперь знакомые копы на районе. Спасибо. Ладно, увидимся. Не кисть. Где ты была всю ночь? Мам, ну ты чего такая? Только что приходил Степан и принес вот это. Я думала, ты с ним. Объясни мне, что происходит, с кем ты была? Я тебе обязательно все расскажу. Попозже. Доброе утро. Ох, привет. Ну как, мама? Нормально. Скорую вызывали? Приезжал. Ты же не спал всю ночь, бедненький. Но лучше уже? Ну да, да, получше, конечно. Ну, слава богу. Нормально. Тоже кофе хочу. Тебе побриться надо. Юля говорила, что у нее приступ был. Предупреждала, что ты останешься у мамы. Телефон вырубишь. А если честно, мог и сам позвонить. Да прости, что-то вылетело из головы. Да, алло. Доброе утро, Олег Сергеевич. Абакумов. Со вчерашнего дня вам названиваю. В общем, я передумал. Мне нужно обратно мое место, А14. В смысле обратно? Подождите.
Мы же с вами во всем договорились вроде. Я помню. Я готов вам вернуть всю сумму. Полностью обратно. Да нет. Не надо ничего возвращать. А 14 уже сдан. Завтра там открытие бутика одежды. Хорошо, Олег Сергеевич, я вас услышал. Хорошего вам дня. Что это? Евгений Леонидович, мне нужно все отыграть обратно. Даманский мне дал денег за смену места. В общем, я подумал, решил отказаться. Я не могу менять помещение. Мне очень нужен обратно мой А14. Так. Жлобяра. Каюсь, Евгений Леонидович. Бес попутал. Спасибо, Дмитрий Дмитриевич, спасибо. Не беспокойтесь, я все улажу. Да, спасибо вам, Евгений Леонидович. Спасибо огромное. Да. Вот еще что. Посмотри, кто занял место ювелирки. А владелец кто? Пришли мне ее фото. Что не придется ничего объяснять. Значит так, здесь ты больше не работаешь. С моей дочерью больше не живешь, понял? Понял. Кричать не надо. Сука! Что ты из себя изображаешь, мразь? Выражение выбирайте. Все нормально. Вечером поговорим. Девчонки, налетайте. Класс. Заказала в кондитерской партию таких же на завтра. Как вам? Так, а клиентов будем угощать? Ну, конечно. Да. Супер. А, можно? Ирина Петрова. Да. Торобов. Хозяин Тероплазы. Здравствуйте. Если вдруг не в курсе. У вас есть полдня, чтобы собраться и выехать. В смысле, почему? Почему? Сейчас объясню. Не надо было вести себя, как последняя пошла вон. Вон пошла. Девочки, вы свободны. Я тебе говорю, я когда этого жлобяру Торопова увижу, ему сразу скажу, да поставь ты кондиционер в эту комнату, ну елки-палки, ну сидим как в сауне, в самом деле, ну пусть сам посидит правильно, здесь, правильно. Ну, действительно. Здрасте. Слышь, папарацци, ты уволен. Привет. Олег, мы можем встретиться? Слушай, в моменте проблематично. Что случилось? Торопов приходил, ему все известно. Что он тебе сказал? Он меня выгнал, Олег. Ясно. Не волнуйся, что-то придумаем. Да. Давай.
значит, я все обдумал. Сейчас поедешь к Диане и скажешь, что хочешь пожить один. Мол, надо разобраться в себе. Главное, чтобы она тебе поверила. Что за бред? Короче, когда ты исчезнешь, я подыщу и нормального мужика. Подыскали уже один раз. Может, хватит, а? Спорить хочешь? Ну-ну. Значит, я и врать не буду. Расскажу все, как есть. Значит, понимание не достигнуто. Хорошо. Тогда будет по-другому. Я тебя уволю по статье и позабочусь о том, чтобы тебя в кладовщики никто не взял. Понял? Выбирай. Мам, я слышал твой диалог с бабушкой вчера. Вот, ты не расстраивайся, я могу вечерами работать. Спасибо, малыш. Ну, правда, мам, я же уже не ребенок. Я действительно могу помочь. Вот у меня одноклассники уже практически все работают, и я смогу. Ты взрослый совсем. Тебе не обязательно все на себе тащить, мам. Да. Я люблю тебя. Справимся. Иди спать. Чего в потемках сидите? Ир, я не могу решить, что мне надеть. Это или это? Смотри. Так или так? Значит, мясо. Лучше возьми парную телятину. Угу. Помидоров подкупи. И что там для песто? Зелень. Да. Хочу, чтобы ты на ужин петучини с песто приготовила. Хорошо. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Завтракать будешь? Нет, не хочется. Все поняла? Угу. Ты вчера поздно пришел? Не дождалась что-то? Не, не особенно. Диан, нам бы поговорить. О чем? Я хочу пожить отдельно. Я запутался, Диан. Я уеду в другой город, начну что-то свое и наконец чего-то добьюсь. Я что-то потерялся. Не понимаю, ради чего живу и чего хочу. Поэтому на работе у меня не получается. Да потому что надоело это все уже! Бесконечно уговаривать твою папу и убеждать его, что я что-то могу сделать! Спасибо, что я на этой должности! Спасибо, что умолял его меня не увольнять! Мне только это не нужно! Ну ладно, вещи пойду собирать. Компьютер твой? Оставь Юлю, у нее проблемы со своим.
Ир, ты чего? Мам, зачем мне все это, а? Может, дело не в бизнесе? Ты ничего не хочешь мне рассказать? Смотри обязательно, я тебе ссылку скинул. Кайф. Да, это мой любимый сериал. Ну, тогда обязательно посмотрю. Юль, так что, может, мы куда-нибудь сходим, а? Давай потом поговорим. Мам, пап. Мам, ты чего? Тебе плохо? Все нормально. Может, скорую вызвать? Не надо. Просто полежу. Все нормально. А папа где? Папа. Папа поживет отдельно. Мы так вместе решили. Мамочка, тебя очень люблю. Вся эта история больно ударила по нашему бюджету. А ведь я предупреждала, что не надо было вкладывать столько средств во второй магазин. Я, конечно, понимаю, что вы рассчитывали на рост продаж, но теперь нам даже коммуналку нечем оплатить, я уже не говорю о зарплатах. Это временно, все будет. Ирина, скажите, как есть. Я правильно понимаю, мне что, нужно подыскивать новое место работы? О нас теперь есть кому позаботиться. Извините, что я лезу не в свое дело. Вы про Даманского? Как дома прошло? Да. В целом нормально. Нормально. Ты, Торп, правда, меня уволил. Но, знаешь, это даже хорошо. Квартиру покажешь? Да что тут смотреть, она очень маленькая. Ты, главное, помни, это съемная квартира. Ух ты! Как уютно. Ты так тактично. Поверить не могу. Как во сне. Прости. Не успел подготовиться. Хотя вон на диване. Лепестки роз вот так вот рассыпать. Прямо. Я понимаю, что это банально. Но все-таки это же наш первый дом.